Маня очень любит корм, да? Зип-застежка. 4 килограмма вес. Рассчитан на примерно 7 дней. У нас хватает немножко на дольше. По 57 грамм. Мы ложим обычно утром, вечером по горсти. Корм номер 37, регулярный, для стерилизованных кошек. Вот. У нас как раз пришлось стерилизовать. Есть аннотация на низких языках. Вот, 4 килограмма вес. Примерно график. Вот есть такая штука, контроль веса. Избыточный вес, к сожалению, да, вот такая вот лошадка у нас. Ее зовут Моня. Она очень игривая, но играть некому с ней. Ребенка маленького она боится. Вот. Моня. Вот. Такая кошечка. Излишний вес – это проблема, конечно, всех стерилизованных животных. Вот вес кошки. Вес кошки у нас около 5 килограмм. 67. Но мы, я говорю, кормим 51 грамм плюс такой, да, жидкий корм указан. Аннотация, суточная норма. На русском языке есть. Вот ингредиенты. Практически все, что нужно. Вот. Инструкция, как что использовать, как что добавлять, сколько воды надо ложить. Вот зип-пакет, сейчас зип-пакет мы откроем. Вот такая вот застежка пластиковая, она защелкивается, сохраняет герметичность. Вот. Гранулы вот такие вот мелкие, но иногда бывают крупные. О, смотри-ка что, а? Смотри-ка что. Ать, ать, какая, а? Дай, говорит, покушать. Ты смотри, что. А? Ну, как свинка-то уж кушать не надо, Моня. Вот так вот. Как будто в первый раз, каждый раз она кушает. Накинулась она на этот корм, как будто 3 дня не кормили. Вот очень кушает. Она предпочитает этот корм, например, мясу. Вот свежее мясо мы покупаем. Иногда даем, редко, правда. Рыбу тоже. Но если на улице птичку поймает, то птичка, конечно, лучший деликатес. Она рычит и никому не дает ее трогать. Вот, а этот корм просто с ума сходит. Он очень пахнет. Вкус. Не вкус, а запах, наверное, что-то типа рыбьего жира. Вот, в ощущение в руках, когда держишь, он оставляет след жирный. Вот, поэтому мыть надо. Вот. Кошечка такая, сейчас на лето мы ее немножко постригли. Моника наша, чемпионка. На выставке перестали ходить из-за того, что стерилизовали. Вот. Хватит руки облизывать. Вот такой вот корм рекомендую всем покупать. Из относительно недорогих, очень хороший вариант. На 3-4 месяца нам хватает. Мы покупаем по 4 килограмма, отсыпаем в небольшие пакеты, где-то по полкило. Потому что каждый раз открывать, закрывать зип-пакет не очень хорошо. То есть нужен все-таки пакет такой. Либо много потребляем, вот. Соответственно, и открываем реже, чтобы быстрее закончился. Если надолго, каждый раз открывать, закрывать, все-таки... Если обычные продукты вот так вот в таком отношении вести себя, то они, наверное, быстро портятся будут. Вот. Поэтому какая-то химия добавляется, чтобы портился корм не так быстро. Но это не очень хорошо, конечно. Вот. Чтобы корм не портился, мы, соответственно, по разным пакетам фасуем, и основной большой пакет не трогаем. Ты уж, Моня, 3 горсти съел, куда столько кушаешь? Ты как будто 3 дня не кушал. Люди видео посмотрят, скажут, неделю кошку не кормил. Вот, потом она кидаться начала на всех. Съесть хотела. Вот, кушай еще. Вот. Ам. Все, на этом все. Проели конин. Рекомендую.
Покупаем упаковками по 4 килограмма. Отличный корм. Моня, скажи мяу. Моня.